Не страшны этому автомобилю снежные заносы. Там, где порой увязает тяжелая техника, он храбро карабкается по сугробам. По узким тоннелям, проложенным в глубоком снегу. Весеннее половодье не преграда для этой машины. В воде она не заглохнет, и вы переправитесь вброд, как говорят, не замочив ног. Маневренность этого автомобиля не нуждается в комментариях и говорит сама за себя. Попробуйте-ка развернуться на такой вот узкой дороге, да еще зажатой с обеих сторон снежными валами. Мощный двигатель и сравнительно малый вес обеспечивают автомобилю хорошую динамику и достаточную проходимость. Конечно, не сразу автомобиль стал таким. Очень сложные и длительные испытания прошел он на треке, на автомобильном полигоне, на дорогах нашей страны, на стендах и лабораториях управления главного конструктора. Проверяются скоростные и экономические качества автомобиля вне зависимости от погодных условий. От средней полосы до Дальнего Востока, от песков Каракумов до облачных вершин Памира, таков диапазон испытательных маршрутов. В условиях сильной запыленности были выявлены преимущества герметичного салона, хорошо защищающего пассажиров от попадания пыли. Итак, в нашей стране появился новый автомобиль, надежный, комфортабельный.